Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем об особенностях характера Джек Рассел Терьера. Присмотритесь повнимательнее к особенностям характера Джек Рассел Терьера, так как эта порода подойдет не всем. Энергичный Джек Рассел нуждается в активном движении и дрессировке, а еще он очень любит полаять. Джек Рассел Терьер – настоящий вечный двигатель. Он просто физически не способен долго сидеть на одном месте и скучать в ожидании игры. Привлекать внимание хозяина эта собака будет всеми доступными способами, так как эти собаки – прирожденные охотники. Они склонны исследовать окружающие территории и могут сбежать или куда-нибудь залезть. Если Джек Рассел живет в квартире, ежедневные очень активные прогулки для него обязательны. Дрессировки не могут избавить собак этой породы от охотничьего инстинкта. Важно помнить о высоком интеллекте питомца. Физические нагрузки обязательно должны сопровождаться умственными, иначе любое занятие быстро наскучит питомцу. Чередуйте команды и игрушки, придумывайте новые виды активности. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. В целом, представители породы отличаются жизнерадостным и дружелюбным нравом. Джек Рассел Терьеры прекрасно подходят для семей, где дети достаточно взрослые, чтобы не относиться к домашнему любимцу как к игрушке. А вот маленьких детей эта порода может не перенести, но проявлять агрессию собака, которую тренировали, не будет. С другими животными в доме представители этой породы уживаются плохо из-за генов охотника. Особенно нежелательно соседство с грызунами, но доставлять неприятности они могут и кошкам. В отношениях с собаками своей или другой породы, в силу отважного и своенравного характера, они всегда будут пытаться доминировать и постоянно вступать в стычки. Джек Рассел Терьеры прекрасные компаньоны и подойдут активным людям. Если вы любите активно проводить время, то этот питомец последует за вами куда угодно. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.